все так вот. Еще выдерживаешь, потому что, ну, да, держать тяжело. Такие мощу. Ну. Как там показывали одевать, значит, ранее? На карачки садишься. Не на, да, задницу, а на карачки. Во. Да хер это не стану. У меня пузы не хватит. Обычно раз так вот на коленке садишься, потом на одну, на другую, когда тяжело. Я вижу, ручку, ручку. Я вижу, вижу. Ручку надо. Погоди, 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 погоди. Пока. Вылез. Погоди. Лучше всего, знаешь, как это делать? Вот так. Ноги, ноги вместе ставь. Опа! Да, вот так, да, пользуюсь. Не надо самому ковыряться, блядь. Один летать не будешь. Да, лучше попроси помощи. Ага. Да, за руки поднялись спокойно, мне дернули. И получается, у тебя хороший запуск, естественно. Надо комнаты красивые где-то поставить. Вот. Красивые. Нет, просто вообще леска считается это неправильно. Ну да, да. Я считал там где-то, что надо. Тропичку, да? Да. Ну вот так вот. Сейчас они в Skyrunner, вот эту новую, которая у меня. Я спросил, я говорю, у меня синяя раньше была. Говорю, нет, вот это она более прочная. Нужно вот вот ее. Пустить надо? Живой? Да. Хорошо можно каждый раз поставить на определенный этап. Но. Да. И просто такой надежный. А ты, да? А ты такой? Назад мотор, понимаешь? Проще взлетать будет. Тяжело, конечно. Где мне одел? Давай принесу. Да, ну хватит. Снимаешь? Дима, он полетал. Ну, уже полетал? Ну, нормально. Нормально, все хорошо. Вот опущение воли, как говорят. Снимешь или как? Сниму. Давай поможем. Так, ну чем то. Да? Ну полегче. Навьё. Конечно, полегче. Нет, тут самое главное залететь. Полегче, это нормально, понимаешь? Вот это вот. Рама открываться. Рама красиво. Ну, рама красиво. И там.